Добрый день, добрый день, добрый день, дорогие друзья! А сегодня мы с вами будем жарить карпа. Часть карпа уже жарится. Мы раскаляем другую сковородочку, сковородочку номер два. Мы солим нашего карпика и окунаем в муку. И выкладываем на раскаленную сковородочку. В муку солим и в сковородочку. Итак, солим, в муку окунаем и на сковородочку. И таким образом я буду жарить всего карпа. С двух сторон поджаривая, уменьшая огонь. А затем я вам его покажу. Итак, друзья, наш карп уже готов. Вот такой аппетитный, вкусный, пышный он у нас получился. Такую рыбу можно подать как за праздничный стол, так и на любой прием пищи. Всем, кто кушает, приятного аппетита! А я на этой вкуснейшей ноте с вами прощаюсь. Пока-пока, дорогие мои! До встречи в следующем ролике! Я вас всех обожаю!